Шесть месяцев год совершенно преобразился, став жалким подобием самого себя. Шесть долгих месяцев пытался забыть о том, что сделал императрицей и ее девочкой. Но такое забыть нельзя. Я должен был что-то сделать, но единственная зацепка, которая у меня была, это имя Далила. Кто она? Друг или враг? Какой голос прокуренный, алкашинский. Не помогла Билли Лерк. Мы все здесь умеем хранить секреты, но Лерк отличается талантом их раскрывать. А, Лерк, я помню, по-моему, такая афроамериканка какая-то. Она нашла кидовую суну по названию Далила, и владел Бондри Лорд, ведь бывший матрос, который умудрился разбогатеть. У него была своя бойня. С работниками он обращался как с каторжниками. Корабль, названный именем Далила, совпадение? Едва ли. Но ли люди и события связаны между собой? Нужно быть глупцом, чтобы поверить в такое совпадение. Соединение обновлено. Услуги. В роли Даудова можете использовать своих шпионов, подкупных торговцев, чтобы приобретать снаряжение и улучшать перед каждым заданием. А еще можно купить особые услуги с различными эффектами. Например, можете получить доступ к тайникам с оружием или узнать секретные сведения. Прикольно. Прикольно. В оригинальной игре нам с тобой такого не предлагали. Монтажный инструмент. Не вижу смысла его брать. Сразу нужно приступать к арбалету. Боевой сцепляющий дротик. Даже вот это нам тоже с тобой надо. Потому что я не знаю, здесь будет показано с тобой уровень хаоса или не будет. Я думаю, что нас с вами об этом предупредят. Будет ли он вообще в целом. Дальнобойный мини-арбалет — это очень важный элемент. Меткий мини-арбалет, перезарядка мини-арбалета более улучшенная. В принципе, это все необходимо на самом деле. По-хорошему, сразу нужно вкачивать именно сюда делать. Шифр от сейфа, украденная руна, подкупный рабочий вернет руну, найденную в ящике старым безделушкой ближайшей Академии естественных наук. Руна будет лежать в катакомбах в реке. Саботаж. Подкупный рабочий, отключен, глядя уже ровно, сможете открыть вентиль и поднимать тревоги. То, что делается скрытно, это здорово. Украденная руна. Вот вопрос. Ну, наверное, потом мы сможем это купить. Покинуть, пока продолжить выполнять задание? Конечно. Ну что ж. Сведения обновлены. Ваш подкуп принес плоды. Сигнализация в зоне отключена, так что вы сможете спокойно открыть вентили подачи ворвания в жироварне. Жир варить. Это здесь... жир варить. Жир варят обычно, когда, по-моему... Что делают? Холодец? Сало? Что еще? Мясницкий ряд. Вау, мясницкий ряд, слышь? Москва, мясницкий ряд. Да, вот вы здесь. Я что-то заскучал и решил начать без вас. Похоже, нам сегодня везет, на бойне забастовка. Неудивительно, Ротвельд обращается с ними как с заключенными. Они без рабочего листка даже в здание зайти не могут. Когда началась стачка, мясники забрали все листки, какие нашли. Листки. Городской страж решили применять силу. Если вам интересно, почему я так мечтал вырваться из трущоб, вот вам и ответ. Наверняка есть и другие способы пробраться туда. Не возражайте, если я к вам присоединюсь. Надо бы за стариком приглядеть. Кстати, я кое-что нашла. Я знаю, вы их собираете. О, спасибо, подруга. Я буду на крышах. Как что-то говорит чего? Как что-то говорит чего-то, короче. Умение. Что у нас с тобой есть? А, ну, в принципе, все то же самое. Что у нас? Проворство. Высота прыжка увеличивается, а уровень при падении снижается. Призыв ассасина. Призвать ассасина новичка, который поможет в бою. Призвать ассасина мастера, который поможет в бою. Прикольно. Ну что ж, значится. Отлично. Умение проворства. Все в целом то же самое. Ничего нового. У нас с тобой есть сердце. Взгляд бездны. Видеть рунные амулеты сквозь стены. Умение взгляд бездны, чтобы нажать правую мышку в темноте, наружить костяные амулеты и руны. Коллективное умение. Вы видите метку чужого на руке Дауда, если стоите лицом к костяному амулету на руке или руне. На втором уровне сможете видеть сквозь стены важные предметы, такие как защитные системы, боеприпасы, монеты и ключи, а также живых существ. Также поймете поле зрения людей и увидите визуальное изображение, издавая вами шума. Пошел, убирайся отсюда. Не то из тебя что? Отдайте рабочий листок, я не могу войти. Вы не можете его забрать. Рабочие бойни и Ротвельд взбунтовались, чтобы улучшить условия труда. Все они отказываются работать, все кроме мясников. Мясницкий ряд. Ёлки, здесь вообще теперь... Что-то ему леща ему дали. Трындец, это что такое? Блин, теперь вообще жесть какую-то сделали с этими навыками. Вот же приключение. Да, теперь мучайся. Но вот здесь светится лучше всего. Знаешь как? И еще бы этот сделали. Счетчик Гейгера. Еще по нему бы определять бы. Додумается же. Уровень хаоса. Вопрос, есть он у меня здесь или нет?
Но вы помните, что я не особо фанат и любитель вступать в какие-то стычки с кем-то либо. Оригинальную игру мы с вами прошли максимально аккуратно. Поэтому я предлагаю не отступать от наших с вами традиций, собственно, и сделать все примерно то же самое. Ага, сейчас по мне как жахнет. Спрячемся. Отлично, да, великолепно. Просто на первом уровне, он не видит сквозь стены противников. Это просто бред. Ну, пускай. Все, мужик, перерыв. Пора тебе отдохнуть. На твоей смене руку подставлять в перчатки. Кое-что там, насколько там сильное сияние, какие у него такие перчатки, что явно не резиновые, походу, перчатки у него. А, ну это нужно оружие полностью убирать, чтобы мы с тобой могли нормально видеть. Ну это типа как аналог вот. Но здесь, видишь, у нас с тобой там сердце было, там было лучше. А насчет этих вообще теперь попробуй догадайся, кто где находится. Все как всегда искать. Приключения над приключениями, короче говоря. Лады. Будем искать. Ага, вот, отображает, неужели, то, что рядом. Хорошо, пойдемте. Посмотрим, сколько у нас с тобой костяных амулетов. Как всегда, мы с вами полностью все проходим на высокой сложности. Я тогда чутка пожалел, думал, надо было ставить ультра-высокую сложность. Но, по крайней мере, повторюсь, да, как я и говорил ранее, мне очень не хочется, чтобы у нас с тобой было слишком много гемора. Все. Потому что там было бы несколько посложнее. Я не могу назвать себя профессионалом игры этой. Но как вижу, что у нас с вами все неплохо получается. Печать левиафанов. Отрывок из рецензии. Трактат. Трактат, теракт и прочая шляпа. Ладно. Нам с вами не надо. Волкодава. The Haunt Pits. Надо как можно скорее вкачивать на второй уровень вот этот взгляд бездны, потому что это полная дичь, ребята. На первом уровне мы с тобой иначе... Ага, это значит там находится, за стеной. Потому что то, что мы не видим противника сквозь стены, это вообще жесть. Полнейшая и трагедия. Но, как мне кажется, здесь вряд ли будет такая вещь, как уровень хаоса. Я, по крайней мере, в этом сомневаюсь. Поэтому здесь, наверное, можно было бы всех на подряд гасить. Но я не особо любитель. Коль он сказал, что его мучает совесть, давайте будем действовать на основании его совести. Если он сказал, что совесть его мучила. А, даже время останавливается. Вообще прелесть просто. Вот это круть. Вот это навык. Вот такое надо было делать для оригинальной игры, чтобы время останавливалось, когда ты собираешься переместиться. Это мне очень нравится. Забираем хавчик, кости, какие-то отрывки. Так, у нас с тобой звук, я слышу. Звук костяного амулета. Костянчик. Помчали. Крыски. Опа, тихо. Тише, тише, тише. Тише, тише, Даут на крыше. Тихо, 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 мужик. Не шуми. А, это у нас с тобой эти. Мясоделы, китобои. Прости, мужик. Понимаю, что он у нас с тобой мирный. Но ему лучше тоже отдохнуть. Я понимаю, что, может быть, конечно, тревогу ты и не поднимешь, но мясник Ротвельда. Приветик. Где? Слышу звук. Слышу звук, не знаю, где пук. Давай. Так, 50 монет, Гриффиндор. Костяной амулет. Духовность. Духов, зелье восстанавливает чуть больше маны. Радует. Один из трех может себе поставить. Сколько максимум? Погоди. А, максимум может быть только 6. Когда в оригинальной игре, по-моему, было всего 10, да? Правильно? С улучшениями. Бандри Рот это расчетливый делец, владелец бойни Китобойни Флотилия, в ставе которой находился корабль Далила. Проникните на бойню Ротвельда, значит, что скрывается за этим именем. Найти рабочий листок. Тоже, в принципе, неплохо. Здесь пока что не указано, не написано, что с ним надо делать. Убивать его или оставлять в живых, то я думаю, потом с тобой дадут шанс.
который ни получка, ни аванс. Интересно, а если ловушка убивает противника, это засчитывается как за убийство? Это тоже, кстати говоря, такой ключевой момент, потому что как придумали разработчики, вопрос. Потому что если же они придумали, что это считается как за убийство, то, конечно, да, это, наверное, прискорбно. Сохранение у нас с тобой есть? Сохранение есть. А мне нужно вспомнить свое управление. Как у меня стояло быстрое сохранение на F6? Отлично, F6. Не забываем нажимать F6. Нажали F6. Сохранка. Хорош. Все. Теперь двинули дальше. Теперь моя совесть чиста и спокойна. Мы проходим все аккуратно. Никого не трогаем, никого не обижаем. Максимально аккуратнейшим образом. Посмотрим, что у нас с тобой. Где? Вижу вот там. Кондишн. Кондишн. Сколько максимум у нас с тобой кондишн? Я забыл всего амулетов с этими. 6, по-моему, да, было? 6 амулетов. 6 костяных. 6 костяных, и руны я здесь ни одной не увидел. У нас с тобой мы не смогли купить один из... Здравствуйте. Тихо. Все нормально, мужик. Спокойных тебе снов. Положим тебя в уголок, чтобы никто не уволок. Все, можешь поспать. Можно я, пожалуйста, вот эту вот шляпу заберу себе? Ну как шляпу? Относительно шляпу. Навык крутой. Ничего не скажешь. В оригинале его очень сильно не хватало. Это то, что я могу вам сейчас сказать. Взгляд бездны. Вот туда идти. Погнали вот туда идти. Так, главный вход. А где список послужной? Многовато народу. Невозможно туда прыгнуть. Слишком далеко. Колючая проволока меня, если честно, не особо радует. Есть вариант попробовать наших сделать. С прыжка. Оп. А почему время еще не остановилось? А? Время должно было остановиться, но окей. Нет так нет. Что по дротикам? Усыпляющих только два. Без базара, как скажете. Дважды можем кого-то усыпить. Хорошо, пусть будет так. Где амулет? Амулет где-то вот в том направлении. Далехонько нам с тобою надо двигать. Я бы побольше территории бы, конечно, здесь бы осмотрел, но побольше бабок бы заработали. Пойдем, значит, вот туда. Нет, не пойдем. Потому что не достает расстояние. Только вот сюда. Ой, ворвань вытекает. У кого-то что-то где-то потекло. У кого-то что-то где-то подтекает. Так как здесь целая куча навыков, я подозреваю, что DLC обещает быть долгим. Значит, вы сможете, ребятушки, я надеюсь, что, по крайней мере, насладиться. Опа! Электрическая, ребятушки, Тесла. Надо быть максимально аккуратнее. Надо вырубать. Так. Тот там стоит, да? Да, он вроде там стоит. Тише. Тише, мужик. Ой-ой-ой, тихо. Так, отлично. Ключ от панели управления столбом. Это интересно. Впервые отрывок из сборника песен моряков. Ну его нахрен. Откуда у нас с тобой такая вообще... Ни разу в игре не припоминаю, чтобы там было какие-то ключи. Вообще, чтобы вот эти ящики открывать ключами. Тихонечко, тихонечко. Все в порядке. Все в порядке. Вот тут мы тебя сейчас положим. Надеюсь, что здесь никто не ходит. В целом, можем его сюда куда-нибудь положить.
О, тихо! Тебе показалось? Ой, не попал. Лошок. Вот это было... Было очень досадно, ребята. Есть другой вариант действий. Мы можем с тобой просто пройти на, снизу здесь и никуда не лазить. Спрыгнув в самый-самый низ, никого не вырубая. Но там какая-то дичь происходит. Видишь, мы внизу. То ли капает что-то, то ли падает что-то. Ага, это у нас с тобой труба. С ворванью. Лорд Защитник сбежал с кожи, как думаешь? Ёлки, вы тоже с оружием, что ли? Ой. Ребята, вы, оказывается, прикинь, они тоже с мечами. Такому жизнь меня явно не готовила. Давайте заново. Что опять нам поделать? Тогда мы через воду поплывем просто. Потому что... Какие у нас с тобой еще варианты? Правильно, вариантов нет. Нас нужно было открыть какой-то вентиль, насколько я помню. Нет, через воду мы с тобой здесь, к сожалению, увы, не проплывем, по всей видимости. Да, я так понимаю? Трубы у них никакой нету. Поплаваем в говнеце. Прискорбно. Пройти нас с тобой здесь никак точно не получится. Какой вариант? Короче, что-то как-то здесь, ребята, все заново давайте. Сейчас я попытаюсь тех двоих вырубить. Аккуратненько, чтобы нас не спалили. Продолжим. Короче, меня... Тот челик меня спалил. А, побежал за мной. И это... Страж. И ушел обратно. Непонятно, что происходит, правда. У кого-то сказал там wake up. Так, что-то крыс целая куча здесь завелось. Сейчас, походу, меня будут кусать. Чьи-то кишочки. Но вроде тревогу никто не поднял. Пошли прочь, фу. Уйдите. Фу, брысь. Трындец, меня покусали, конечно. Знатно меня покусали, ребята. Убийца грызунов. При убийстве крыс поднимается адреналин. Классно, круто. Как-то могли вы меня упустить, да, ребята? А здесь у нас с тобой закрыто, да? Ага. У нас с тобой главный вход там. Там находится руна. Да, прикинь, мне нас с тобой еще нужно делать. Возвращаться. Чтобы взять руну, ребята. Потому что мы с вами обещали, что проходить будем полностью все. Искать, в частности, будем все. Надо этого просто усыпить и все. Тогда, чтобы он успокоился. Сейчас мы с тобой просто его усыпим и все. Прикольный арбалет, смотри. Как у ассасина прям. А, этот еще сюда пришел. Досадно. Короче... Дьюти. Что, можем пройти вот здесь, по идее. Не знаю, спалит у меня, не спалит. Вроде в темноте сижу. Есть индикаторы, понимаешь, освещенности нету. В некоторых моментах непонятно, где ты находишься. В темноте, не в темноте ли. Все. Вроде как, судя по тому, что нас с тобой не видят, вроде мы находимся в темноте. Север Flow Control. Но оставаясь сюда, все равно придется возвращаться. Вот почему, когда я
использовал этот навык, мне не показывалось, что у меня руна где-то вот там находится. Только сейчас меня об этом вообще оповещают. Говорю вам, ребят, навыки какие-то... Навыки бредовые. Короче, я там, знаешь, где положил того? Сейчас покажу тебе, куда я его положил. Смотри. Нет, братан, тебе сюда нельзя. Тебе сюда нельзя. Здесь спит другой мужик. Ты, пожалуй... Тебя мы куда-нибудь подальше положим, потому что... Тебе сюда ходить вообще не надо было. Ты пришел не в то место. Не в то место, не в то время. Поэтому, увы, тему тоже положили поспать. Так что у нас стала первостепенная задача, это вкач именно этого навыка сейчас сделать. Джек, ты не давал нас, что должен у тебя достойное оправдание. Надеюсь, ты не перешел на сторону этой болтуни Абигейл. Короче, какая-то записка. Про какую-то бабу. Какую-то бабу по имени Абигейл. Не знаю, что за Абигейл. Адыгейл. Я знаю только, что такое Адыгея. Теперь можно сохраниться, потому что сюда уже никто не придет. То мужика мы с тобой положили поспать. Теперь посмотрим с тобой, где у нас твоя руна. Руна находится где-то там наверху. В принципе, я думаю, не составит труда особо туда перебраться. Отлично. Вроде больше я ничего не вижу. Костяной амулет и руна, которая есть. Здесь главный вход. Явно, что мы с тобой через главный вход мы не пойдем, это очевидно. Так, граммофон. О, подруга. Хизбонни забирает рабочих на насосной станции у доков. Если вы приведете сюда, думаю, рабочие скажут все, что вы хотели знать. А что, убить можно? Серьезно? Прикинь. Да не, зачем нам ее убивать? Пускай. Она вроде помогает. Кто, как говорится, не за нас, тот... кто за нас, тот не против нас. Ладно. Нужно две руны. Давай еще одну найдем, потому что взгляд бездны это очень-очень чрезмерно важный навык. Без которого мы здесь с вами не обойдемся, ребят. Так, вот направление вниз. Да, совершенно верно. Больше нигде не вижу никаких направлений. Как-то если только вот так крутить. Смотреть вот так. Смотри, вроде ничего нету, правильно? Правильно, вроде ничего нет, нормально. Тогда так и будем двигаться с тобой в этом направлении. Главный вход нам с тобой не нужен. Мы пойдем с тобой чуть-чуть по крышам. И, как всегда, через крыс пройдем. Там... Надо скрыто проходить. Потому что это хорошо, что мы выбрали высокую сложность. Просто высокую. А не ультравысокую. Все, досвистелся. Видишь, как сразу. Только начали идти. Почему, знаешь, я это сделал? Потому что там у нас валялся там мужик. Я вот туда забыл забрать этого мужика. Поэтому... Не понял, он что, проснулся? А где тут мужик? Я сюда его бросал. Прикинь, походу, проснулся и ушел. Не, ребята. Так дело не пойдет, хватит. Если я сказал всем спать, значит всем спать. Надо как-то теперь этих крыс сейчас будет здесь. Чем-то. Гранату я кидать не хочу, слишком громко. Боюсь, нас спали. Давай, засейвимся. Все, пошли прочь. Фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Отлично. 2 из 5. 2 из 5. Убийцы грызунов. Давай возьмем. Ну, хотя бы так. Уже радует. 2 из 5. Это, в принципе, немного. Мы с тобой, думаю, все найдем. Тем более, что DLC вряд ли будет такой же огромный, как и сама игра. Правильно же? Оригинально. Зайти на бойню. Ну что ж. Тогда в следующей серии мы с вами... Нам с тобой как раз и надо было, да, по-моему, на бойню. Проникнуть на бойню Ротвель. Дополнительно найти листок. Рабочий листок. Посмотрим тогда. Я проверю. Нам с тобой в следующей серии туда пойдем. Мы посмотрим, что будет с этим самым листком. Если его надо было искать здесь, нам придется загружаться заново. Ну, надеюсь, что он как раз-таки на следующей локации. Так что поэтому на этом пока что все. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. С вами ваш Иран, который спасибо за внимание. До новых встреч. Очень классно, круто, здорово, интересно. И пока-пока. Скоро не сидите, приключайтесь. Всем покедова.